Друзья, всем привет! Меня зовут Артем Козловский. Сегодня уникальнейший выпуск, видео которого вы не найдете в YouTube. Новые отели Турции 2023 года. Что это значит? Это выгода минимум 30, а то и 50%. Это новейшие номера, шикарный сервис и возможность быть первыми, посетить те отели, в которых до вас еще никто не жил. В этом выпуске, помимо новых отелей, которые построились в 2023 году, я расскажу про переименованные отели, которые прошли полную реновацию в 2023 году и запустились под новыми брендами. Поехали! Итак, новинки, которые открылись, построились в Сиде в 2023 году. Первый из них – Arcanus Trendline. Стоимость, которую буду озвучивать за проживание на 7 ночей, один взрослый, один ребенок. 440 евро. Вдумайтесь в эту цену. Отель находится в регионе Сиде, 50 километров от аэропорта. Вторая линия, 650 метров до пляжа. Но на пляж есть шаттл-бас, на пляже есть бар, огромный бассейн 720 квадратных метров, как для такого отеля. Также есть бассейн только для взрослых, аквапарк, 7 взрослых и 7 детских горок, крытый бассейн, питание, ультра все включено, вдумайтесь, это за 440 евро, тренажерный зал и спа. Следующий отель — это Сиде Стелла Элит, отель только для взрослых, 16+, ультра все включено, 55 километров от аэропорта, также регион Сиде, 750 метров до пляжа, есть автобус, бар на пляже, 790 евро за двое взрослых. Также есть хороший тренажерный зал. Следующий отель — это Victory Valar, 499 евро, 25 тысяч квадратных метров, 45 километров от аэропорта, также регион Сиде, 700 метров до моря. Есть автобус до пляжа и бар на пляже, работает до 17:00. Ультра все включено круглосуточно. Два больших бассейна по 1000 квадратных метров, аквапарк, 5 взрослых и 4 детских горки, 2 а-ля-карт ресторана. И завершает наш выпуск отель Сиде Зюгма отель. Также работает только для взрослых 16+. 599 евро за двоих взрослых. 63 километра. Также регион Сиде. Здесь уже 200 метров до пляжа. Есть большой спа-центр, тренажерный зал, 80 тысяч квадратных метров. И 120 квадратных метров крытый бассейн. Следующие отели — это переименованные отели, в которых была проведена реновация в 2023 году. И я хочу представить вам сеть отелей Selectum. В этом году они открывают сразу 5 новых отелей, которые будут работать по концепции Selectum. Selectum — это одна из лучших концепций для детей и взрослых. Отели, каждый отель Selectum поделен на зоны. Зона для взрослых, зона для детей. В зоне для детей есть свой отдельный детский ресторан, шикарнейшие детские клубы с уникальной концепцией, где дети фактически целый день проводят на открытом воздухе. Именно отели, которые открылись в 2023 году, они имеют шикарные зеленые территории. Отели Selectum отличаются качественным питанием, сервисом, и то, что было нюансом в этих отелях, была проведена реновация в номерах, поэтому поехали. Первый отель — это Selectum Family Comfort. Бывший отель Lura Resort находится в Сиде, 80 километров от аэропорта. В 2023 была проведена реновация. Теперь, внимание, 610 евро за одного взрослого и одного ребенка на 7 ночей. Это уникальная цена. Получить концепцию Selectum за 600 евро за 7 ночей — это один раз на 10 лет. Пользуйтесь. В этом году у вас есть уникальная возможность попасть в отель Selectum Family Comfort. Значит, огромный бассейн 750 квадратных метров, плюс 860 квадратных метров, где есть большой аквапарк, 6 взрослых и
4 детские горки. Фактически здесь 2 аквапарка, 2 аквазоны, 4 а-ля-карт ресторана, 8 баров, лунопарк на территории, который можно посещать бесплатно. Также есть бассейны возле домика у озера. Домик у озера – это как раз семейная часть отеля, где проживают с детками. Баскетбол, мини-футбол, дартс, бильярд, футбол на пляже, кинотеатр, 2 бассейна по 250 метров для детей и 2 конференц-зала. Очень рекомендую сейчас рассматривать, пока есть места в этом отеле, и ставить свои бронирования. Следующий отель – это Selectum Family Resort, также регион Сиде, 75 километров от аэропорта. Реновация была проведена в конце 2022 года. Вдумайтесь, 112 тысяч квадратных метров. Огромнейший бассейн, полуолимпийский. Аквапарк, 14 горок. 2 бассейна озера с 1180 метров и 1980 метров. Крытый огромный бассейн с подогревом. 3 а-ля-карт ресторана. Куки а-ля-карт, который работает 24 часа в сутки. Кондитерская, 8 баров, теннисный корт, кинотеатр, бесплатный лунопарк. В этом году они внедряют лунопарки у себя в отелях. Ультра все включено 24/7. Баскетбол, мини-футбол, на завтрак подается фреш. И как вы думаете, какая цена этого отеля? 690 евро за один взрослый и один ребенок на 7 ночей. Этот отель еще выше по уровням, разница небольшая. Я больше всего в этом году советую рассматривать именно вот эти два новых отеля, Selectum Family Resort и Selectum Family Comfort. Не пожалеете, уникальная концепция, особенно если вы с детьми. Но также в сети отелей Selectum подойдет отдых для тех, кто хочет отдыхать парами или, скажем, для более спокойного отдыха, да, для двоих. Следующий отель – это Selectum Colors Bodrum. Это первый отель сети Selectum на Эгейском побережье в регионе Бодрум. 35 километров от аэропорта, 38 тысяч квадратных метров общая площадь отеля. Здесь есть рампы для инвалидов, также специальный вход. Огромный бассейн 1050 метров, релакс-бассейн 120 метров, 2 водные горки, питание ультра все включено 24/7, есть вегетарианское, безлактозное и безглютеновое питание, 3 а-ля-карт ресторана, 970 евро, бывший отель Астерия Бодрум. Следующий отель — это у нас Selectum Luxury, который находится в регионе Кемер. Это бывший отель Фантазия Делюкс, 65 километров от аэропорта. Полное название отеля — Selectum Luxury Oriental. Реновация была проведена в 2018 году. С 2023 года отель переходит под концепцию Selectum, и это первый отель категории премиум Selectum, который будет находиться в Кемере. Да, цена здесь около 2000 евро, но вы получите исключительный сервис, высококачественное питание и уникальную концепцию Selectum Premium. Единственный второй отель Selectum Premium находится в Белеке, теперь их будет 2. 900 квадратных метров бассейн, 3 горки, крытый подогреваемый бассейн, 3 а-ля-карт ресторана, 4 бара, питание ультра все включено 24/7, 2 теннисных корта, стрельба из ружья, лука, баскетбол, бесплатные коляски для детей. Если вы хотите премиум отдых, для вас Selectum Oriental. Но я рекомендую разогнаться, не переплачивать и попробовать 2 отеля в Сиде, Selectum Family или Selectum Family Comfort. А также 5-й отель сети Selectum — это Selectum for to Сиде, это бывший Heaven Resort. Кстати, отель работает только для взрослых. В 2023 году была проведена полная реновация. 10 тысяч квадратных метров, 650 метров открытый бассейн, 3 а-ля-карт ресторана, 90 километров от аэропорта, также Сиде, 8 баров, также есть кукис Color Bar 24/7, ультра все включено 24/7, кинотеатр, дискотека, баскетбол, футбол, 850 евро за двоих взрослых. И заметьте, фактически
Основная масса новых отелей находится в регионе Сиде. Сиде – это самый любимый европейский курорт. В основном здесь отдыхают немцы, поляки, англичане. Поэтому это то место, где из Украины будет по-настоящему комфортно. Следующий отель – отель сети Rixos. Rixos Park Pelec – это уникальный комплекс, который был построен на территории отеля TT Imperial. Фактически территория осталась нетронута, территория утопает в зелени, отель бунгального типа. Была проведена полная реновация номеров, полная реновация детского клуба. Вы все знаете, как работает Rixi Club. Это лучшая концепция в Турции по детской концепции и детской анимации. 1980 евро за одного взрослого, одного ребенка, и это одна из лучших цен на отеле City Rixos, при том, что мы получаем, наверное, лучшую территорию, лучше может быть только где-то в Rixos Сангейте, но разница в цене достаточно большая. В 23-м году была проведена полная реновация. Ультра все включено 24 на 7, 6 баров, 5 а-ля-карт ресторанов, 9 бассейнов, 4 детских бассейна. Самое важное, бесплатное посещение комплекса The Land of Legends и бесплатный трансфер. Всего 7 минут и вы в комплексе развлечений. Ваши дети могут там находиться целый день, пользоваться абсолютно бесплатно всеми водными и наземными аттракционами, прокатиться на самой большой горке в Турции со скоростью 180 км в час. Также есть детские аттракционы, которые подойдут даже для самых маленьких. Также на территории отеля есть, я уже говорил, уникальный Rixi Club, где будет комфортно и весело отдыхать самым маленьким и тинейджерам, то есть поделены на клубы, где от 12, 13 и 14 лет вашим детям также найдут занятия. И огромный аквапарк, который также есть на территории самого отеля. Рекомендую рассматривать Rixos Park Pelec, пока есть такая цена, и ощутить по-настоящему Rixos за приемлемые деньги. Следующий отель — это Audin Bay Sea. Sea Collection. Это бывший отель Зигана. Вы все помните, какая шикарная зеленая территория была в этом отеле. В этом году отель меняет концепцию, проводится реновация. 68 тысяч квадратных метров, 45 километров от аэропорта. Также регион Кемер. Ультра все включено. Теннисный корт, тренажерный зал, стрельба из лука, дискотека, уроки подводного плавания, волейбол и большой аквапарк на территории отеля. 1990 евро за 1 плюс 1. Следующий отель — это более бюджетные варианты. Например, Hein Sein Elite. В 2022 в конце года была проведена полная реновация. Бывший отель Sede Noble Palace. 60 километров от аэропорта, 11 тысяч квадратных метров, 600 метров до пляжа, есть бар на пляже. И, вдумайтесь, 380 евро за одного взрослого и одного ребенка. В отеле помимо основного ресторана есть а-ля-карт ресторан. И также еще один недорогой интересный вариант – это Sede Story Resort and Spa. Это бывший Seher Beach. 440 евро за 1 плюс 1. В 2023 году была проведена реновация. 8 тысяч квадратных метров, 55 километров до аэропорта. Аквапарк в отеле. Всего 70 метров до пляжа, тренажерный зал, волейбол. Кому нужно бюджетно и красиво, Sede Story Resort and Spa. И завершает наш выпуск, это отель сети Svandor, отель, который был построен, фактически реновирован на территории отеля PGC Kyrgyz. В 23-м году была проведена полная реновация номеров. Частично были проведены ремонтные работы по территории. Вы помните, какая зеленая территория у этого отеля. 70 тысяч квадратных метров. Регион Кемер, 65 километров от аэропорта. 8 баров. Бар на пирсе есть, представляете? Ультра все включено круглосуточно. Игровая площадка для детей, которая разделена на две зоны. Зона в лесу и зона на пляже. Детский ресторан в детском клубе. Три бассейна детских, пять горок. Зал, мини-футбол,
водная гимнастика, йога, 3 а-ля-карт ресторана. Этот отель запускается с июня месяца. Я нашел стоимость на 20 июня, раньше не дает, 1960 евро за одного взрослого и одного ребенка. Отель Rixos Park Bilek. Это отель, который находится в Билеке, 40 километров до аэропорта. И по своей территории, которая утопает в зелени, он может посоперничать с Rixos Сангейтом по-настоящему. Потому что, хоть это и Билек, но там уникальная растительность, эвкалипты и сосны. Для того, чтобы не терять и быть в курсе всех событий, новинок и обновления цен. Во-первых, подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления. А также в описании Viber группа и Telegram канал, где самые актуальные цены, спецпредложения и самое важное, длительное проживание в Турции снова в отеле Elekianika Resort & Spa. 30 ночей проживания от 1530 евро за один взрослый, один ребенок. Отель запускается с 24 марта. Также будет работать сразу с 24 марта подогреваемый открытый бассейн. Это один из немногих бюджетных отелей Турции, где есть открытый подогреваемый бассейн. В этом году отель переходит на ультра все включено. Появятся импортные спиртные напитки. Улучшится качество питаниях, хотя оно было очень хорошее. Поэтому для тех, кому нужно длительное проживание в Турции, пишите Viber и Telegram. Всегда буду помочь. Рад вам с подбором тура. Всем пока, хорошего дня.